День ото дня на улице становится все прохладнее, и многие из нас уже начали доставать с антресоли осеннюю одежду и обувь. Пришло время задуматься об утеплении и хозяевам братьев наших меньших, особенно короткошерстных и таких маленьких. Современные зоомагазины и грумер-салоны предлагают широкий выбор одежды для собак на все сезоны. Чтобы любимцу было комфортно, важно правильно подобрать размер. Самое главное при снятии мерок – это длина спины от ямки перед лопатками до основания хвоста. Однако отправляться за обновками лучше все же вместе с питомцем, чтобы одежду можно было сразу же прикинуть на четвероногого. Вот мы донашиваем наше летнее платьишко, и теперь мы будем утепляться, и, естественно, нам нужно более теплую одежду подобрать. Это осенний вариант. Осенний вариант лучше всего подходит, конечно, кофточки, свитера. Ну а дальше уже к зиме мы уже берем более теплую одежду, то есть то, что у нас касается меха, то, что флис утепленный. С ножками, без ножек, кто как любит. Вариантов очень много. Специальные модели есть и для дождливой погоды. Они особенно востребованы среди хозяев длинношерстных собачек, ведь животное очень быстро может простудиться. Кроме того, решается вопрос гигиены. Такой дождевичок, конечно, будет это незаменим в такую погоду, потому что здесь, во-первых, закрыт весь животик полностью, грязь не попадает. При этом закрыты лапочки. То есть мы одеваем собачку, и у нас собака полностью укомплектована, упакована, буквально как космонавт. В одежде со слишком узким воротом и штанинами ваш питомец будет чувствовать себя дискомфортно, а постоянное трение резинок или застежек о короткую шерсть могут спровоцировать проплешины. Поэтому любой костюмчик должен не просто сидеть, а быть еще и в меру свободным. Вот у нас Босик, он очень любит, чтобы у него была открытая грудь. То есть он не любит, когда ее загружают. Поэтому мы ему подбираем комбинезон, где грудь у нас открытая. То есть у нас нет рукавов, у нас есть лямочки. Собачка легко одевает этот комбинезон. Застегивается он на спиночке. Конечно, выбирая между красотой и удобством, предпочтение следует отдать второму. Декоративные шнурочки, пуговицы, бляхи и бахрома могут причинить любимцу массу неудобств. В таком наряде вашему питомцу никакие холода и осадки не страшны.